Первый этап ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте близок к своему завершению. По словам заместителя главы администрации Рязани Михаила Рамодина, в данный момент ведется благоустройство территории и асфальтировка дороги. С 10 июля будет открыто движение на участке Первомайского проспекта от пересечения с улицы Вокзальной до пересечения с улицы Типанова. И сразу мы приступаем к ремонту второго участка. Это от улицы Каширина до улицы Павлова будет перекрыто движение. Работы будут проводиться в течение месяца. Общественный транспорт продолжит курсировать по выделенным полосам на личном транспорте. Можно будет объехать участок через улицу Семинарскую и Каширина. На время ремонтных работ на данных улицах будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. Завершить ремонт теплотрассы и открыть движение городские власти рассчитывают до 16 августа.